Посмотрите «Израиль за неделю». В Тель-Авиве большой праздник для любителей театра. На прошлой неделе там открылся международный фестиваль «Гешер». Открылся он новым спектаклем Вахтанговского театра «Царь Эдип» в постановке режиссера Рима Сатумина с участием Людмилы Максаковой, Виктора Добронравова, Евгения Князева и других ведущих актеров театра. Эта работа — совместный проект с Национальным театром Греции в Афинах. Открывает зрителям новый взгляд на одну из самых известных древнегреческих трагедий. Подробнее о фестивале в Тель-Авиве в нашем видеоматериале. Последние приготовления перед большой премьерой. На сцене Тель-Авивского театра «Гешер» российские звезды театра Вахтангова. Наш город, сам ты видишь, потрясен. Ужасной бурей и главы не в силах из бездны волн кровавых приподнять. Зачахли в почве молодые всходы, зачах и скот. И дети умирают в утробах матерей. Бог огненно! Увидеть лучшие российские постановки воочию израильская публика смогла благодаря ежегодному фестивалю, который носит одноименное название с Тель-Авивским театром «Гешер». На прошлой неделе фестиваль открылся новинками «Царь Эдип» в постановке режиссера Рима Сатумина с участием Людмилы Максаковой, Виктора Добронравова, Евгения Князева. Как отметили организаторы фестиваля, на специальной пресс-конференции это уникальная работа, совместный проект с Национальным театром Греции в Афинах. Одна из самых известных древнегреческих трагедий по-новому раскрывается перед израильским зрителем. Таких приемов в Тель-Авиве еще не видели. Все дело вновь я разобрать хочу. Законному о мертвом попечению вернули нас и Аполлон, и ты. Известный российский актер Виктор Добронравов в Израиле не впервые. Говорит, что очень рад вернуться на подмостки Гешера. Ведь именно здесь каждый год публика ждет от него любимых постановок. А он, в свою очередь, точно знает, чего ему ждать в ответ. Нас всегда хорошо принимают. Настроение у нас самое приподнятое. Мы вам привезли спектакль «Царь Эдип» в постановке Рима Сатуминаса. Постановка эта очень интересная, на наш взгляд. И мы надеемся, что она придется по душе. Мы соприкоснулись и увидели истоки театра. Еще один известный российский актер Евгений Князев тоже занят в постановке «Царь Эдип». Перед тем, как сыграть спектакль, настроение всегда волнительное, потому что мы проходили через волнение сыграть в Греции на родине театра. Мы проходили играть это в Москве на своей собственной сцене. И теперь волнительно очень сыграть, как люди будут воспринимать этот спектакль, как он здесь произойдет. Маститель, кровный мой сын Пеликея, какой глагол от Бога нам несет. Знаменитый литовский режиссер Туминас поставил спектакль о самом главном – человеческом достоинстве, чести, сильном лидере, который смог наказать себя сам, выдворить себя из страны и уйти из жизни нищим. Никакой спектакль нельзя сыграть просто, прийти и сыграть. Спектакль нужно понимать, что ты, для чего ты и о чем ты. Мы должны сыграть, играть о людях и для людей. И вот этот спектакль тоже и о людях, и для людей, несмотря на то, что здесь очень серьезная тема. А тогда Софокл в V веке до нашей эры этой пьесой победил, потому что проходили конкурсы и такие состязания драматургов. И с тех пор она победоносна, вот уже 25 веков шагает по миру. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале RTVI.